А этот дяденька такой, С бородой? да. Он еще учился где-то. Ну да, в Бауманамском. Это что, садик? Нет, это школа. О, так он умный. Ну да, он самый-самый умный и всеми руководит. А этот дяденька Какой? знает закон по ОСАГО лучше всех. А, Басага. Это Да. который в третьем окне? В третьем окне Ну да. стол, Он еще наверное. заявление без ошибок оформляет. Да, это он. Черненький такой. Да. А этот дяденька, ну, Какой? с бородой. Опять с бородой? Ну да, только у него борода зимой, а летом бороды нет. Почему? А он ее сбривает. На лето? Ну да. А этот дяденька, Какой? ну который по судам бегает, Иреса защищает. Он еще суды выигрывает. да, интересно, он много зарабатывает? Ну да, мы же богатые. А этот дяденька, Какой? ну тот, который раньше всех на работу приходит М-м-м. и двор чистит. Да, еще снега навалило на 14 февраля, на день влюбленных. А мы приходим, а уже все чисто. Чисто? Да, И всем он такой помогает. сильный, без фитнес-зала. Да. А этот дяденька, Какой? который по утрам всех встречает. А, это который музыку громко слушает? Ну да, шансон. Понятно. А Он еще всех провожает и встречает. и чаем И угощает. печеньками. Точно. А этот дяденька, Какой? ну такой, добрый такой, добрый. Который стихи пишет? Да, красивые. Он же еще и рыбу ловит. Да, он на рыбалку ездит и сало вкусное солит. Что, пробовала? Конечно. Этот дяденька, Какой? Ну какой? который на машине ездит и в Отве... банк всех возит. Ответственный такой, который. Ну да. Важный? Да, когда в очках сидит. И книжки читает. Точно. Да. Дяденька такой есть, дяденька. который у нас недавно работает. Да, он еще такой большой магазин смотрел. 6 этажей. 400 фотографий. Весь день один.
дяденька. Это дяденька. Какой? Который на работу вовремя приходит. А, никогда не опаздывает. Да. Он еще застраховал две машины в один день. Крутые машины. Какие? Porsche Cayenne? Да. Ничего себе. А еще он обедает всегда по расписанию. Так же, как и на работу приходит по расписанию. И уходит по расписанию. А еще вебинары все слушает. И сказал, что застрахует такие же крутые квартиры, как и машины. Да, ждем. А это дяденька. Какой? Ну, который по утрам всех встречает. А, и спрашивает, кто, куда, зачем, кому. Да, это он. Он еще, если без документов пришел, то без полиса ушел. Это дяденька. Какой? Ну такой красивый, стройный, рыженький. Это тот, который юристок возит? Да. А, у него еще тайное задание есть? Ближе к вечеру. К четверям. Мы никому не скажем. Никогда. Дяденька. Ну какой, этот, какой, ну какой? Этот, который в отделе выплат, главный. А, который важный, который знает, где машину отремонтировать. Битую. И не битую. Куда ее отвезти. И где забрать. Точно. Да. А это дяденька. Какой? Ну этот, который в отделе выплат работает. Который молодой? Да. Красивый? Щеки красные. От мороза. Точно, от мороза. Потому что он машины осматривает. На улице. Да. А еще улыбается постоянно. А этот дяденька, какой? Ну этот, какой? Который машины осматривает. А, который в очках, вот в таких. Все видит. Все видит. Ничего не пропустит, ни одной царапинки. Дяденька, который... Ну, который у окна в кабинете с девчонками сидит. Да, его еще все любят. Он всем помогает и никого не ругает. И всегда шутит, шутит много. И все знает. Да, с девчонками шутит. Да нет же, со всеми шутит. И с мальчишками? Ага. А этот дяденька. Какой? Ну такой. Он еще с утра до ночи в автосалон ездит. И в воскресенье, и субботу тоже. Он еще всех учит. В салонах девчонок? Да. А они что? А выучить не может. Они ему без конца еще звонят, да? Да. И он еще такой придет, когда устанет, в одежде сядет и прям раздеться не может. Так устает там. Да у него просто времени нет.
раздеться. Они же ему звонят и без звонят. Без конца. Дяденька. Какой? Ну этот. Который? В отделе выплат работает. А раньше на СТО работал. И он про машины все знает. Все-все. И что внутри, и что снаружи. А этот дяденька... Ну какой? Ну в отделе выплат тоже работает. Это который спортсменом был? Да, быстрее всех на коньках катался. И первые места занимал? Угу. А сейчас в окне номер 2 сидит. И важный стал, и за столом сидит, и пишет бумажки, и людей принимает. Ну да, важный. А этот дяденька... Дяденька, который раньше всех на работу приходит, когда весь город спит, а днем он мошенников ловит. Мошенников? Да, и жуликов, точно. Поэтому у нас в Реса мошенники не работают. А этот дяденька, какой? Ну этот дяденька, который все денежки считает. А, все считает и считает. Ну да, у него то сходится, то не сходится. То правильно, то неправильно. Но он на счетах потом все равно пересчитывает. И все правильно. Правильно. Молодец. А еще у него есть... Чемоданчик. Чемоданчик? Ну да. Какой? Ну такой чемоданчик. Секретный? Точно. А что там? Не знаю. Деньги, наверное. Дяденька, ну который? Это который на работу не придет и все. Все пропало! Все пропало! Ничего не работает! Но! Ему нельзя в отпуск! И на больничный нельзя! Никак! Но есть другой дяденька, который с девчонками сидит у окна. Он выручит! Точно! Этот дяденька, ну дяденька. Какой? Ну такой. Ну какой? Ну ты же должна говорить. Ой! Мы же с тобой